Дорогие мои сочинцы, каждый день я провожу обходы улиц города. Сильно расстраиваюсь, когда вижу хлам во дворах, мусор на детских площадках, обшарпанные подъезды и лестницы. А ведь это ваша собственность, ваше общее имущество. Вся Россия помогала приводить его в порядок. Почему же теперь оно в таком запущенном состоянии? Уверен, что и у вас грязь вызывает только отвращение. Неужели вам хочется, чтобы ваши дети росли среди мусора и считали это нормой? Неужели вы не уважаете самих себя, не думаете о своем благополучии? Город Сочи в основном живет отдыхающими. Мы всей страной вернули ему былую славу. К нам приезжают миллионы гостей, в том числе и из-за рубежа. И именно по нашему городу они судят о всей России. Надо помнить и дорожить этим. Скоро начнется летний сезон. Скоро в нашем городе пройдут крупные международные мероприятия. Кубок Конфедерации, Всемирный фестиваль молодежи, многое другое. Хороший хозяин перед встречей гостей всегда наводит порядок в доме. Пора осознать, что именно вы хозяева этого города. Очистите себя от хлама, приберитесь в подъездах и во дворах. Быть здоровым и счастливым достоин каждый. Стоит только захотеть. Верю в вас, дорогие мои сочинцы.